Новые кадры в экономику. 609 выпускников межрегионального центра компетенции Чебоксарского электромеханического колледжа готовы влиться в трудовые коллективы. Они стали дипломированными специалистами. Торжественная церемония вручения дипломов состоялась в ДК ЧГУ. Красивые, энергичные и устремленные в успешное будущее. Молодые специалисты в самых разных областях. Монтажники радиоэлектронной аппаратуры, программисты и компьютерщики, сварщики, электромеханики и электрики. Дипломы получают по 12 специальностям среднего профессионального образования и 4 рабочим профессиям. 75% выпускников защитили свои итоговые проекты на 4,5, а 49 человек стали отличниками учебы. Лучшие выпускники выходят на сцену первыми. Им вручают красные дипломы. Наталья Добрынина 4 года осваивала прикладную информатику. Убеждена, техник-программист – интересная и востребованная профессия. Кстати, она получила и вторую специальность по заочной форме обучения в своем же колледже. Изучали много разных информации, то есть, которую нам может пригодиться не только в одной сфере, а в нескольких. Мы получили, во-первых, не только знания, но и друзей, знакомых, общения, всю информацию. Это же здорово. Студенческие годы – это целая жизнь. В ней много ярких страниц и памятных событий. Это не только успехи в учебе, но и победы в престижных конкурсах и олимпиадах. Имена всех отличившихся заносятся в студенческую книгу почета. Александр Мусатов – победитель 6-го национального чемпионата «Молодые профессионалы» AllSkills Russia 2018 года по компетенции «Промышленная автоматика. Гордость колледжа». Я вошел в расширенный состав национальной сборной. А на Сахалине у нас участвовало 9 человек, и из 9 я победил. После вручения диплома я уеду на тренировку, и уже по результатам тренировки будет решено, кто будет участвовать на мировом чемпионате. Они вступают во взрослую жизнь всесторонне развитыми и увлеченными людьми. Учебу многие совмещали с активной общественной работой. Я был председателем студсовета несколько лет. То есть и я привык уже все делать сам. То есть качество лидера свои проявил. Мне уже предложили место в 3 заведениях. То есть я считаю, что моя профессия очень востребованная, так как сейчас все связано с компьютерами. Поздравить ребят пришли ректоры вузов. Приглашали продолжить образование в стенах своих учебных заведений. А работодатели звали на производство. Кстати, большинство из выпускников уже трудоустроено. Как правило, работу по специальности начинают на старших курсах. 250 предприятий республики заключили с Чебоксарским электромеханическим колледжем договор о сотрудничестве. В этом году исполняется 75 лет, как учебное заведение готовит кадры для разных отраслей, постоянно внедряя инновационные практики. Вот и сейчас директор говорит о перспективах. На будущий год выпускников будет около не менее 800 человек. Мы обменяемся с машиностроительным техникумом. Сейчас это документы находятся в правительстве. Ну, объединение это, оно обусловлено тем, что сконцентрировать все ресурсы на подготовке специалистов для промышленной отрасли. Выиграли очередной грант. Это в области IT-технологий, информационной безопасности. Сумма гранта федерального 28 миллионов рублей. Мы должны оборудовать не менее 5 самых современных мастерских. А сегодня в адрес родной «Альма-Матер» звучат слова благодарности. Позади интересные годы учебы, впереди время новых возможностей. Лидия Галаксенова, Виктор Степанов. Вести. Чувашия.